Чинган Юникей в хорошей комплектации, полноприводная машина с двухлитровым мотором и восьмиступенчатым автоматом. Это как альтернатива Манжара. То есть вы для себя просто решаете. Это машина с таким более ярким, агрессивным дизайном. Но они все с хорошим светом, и тот, и другой. Она вам как бы больше нравится или нет? Дальше по оснащению они весьма сравнимы. То есть здесь есть у нас электросиденье, вот они, электропакет, память сидений. Идем сюда дальше, электрический багажник. Так, проекция есть, вот там проекция есть, тупо в Манжарике, а здесь нет проекции. И она, смотрите, по, ну, старт-стоп, естественно, без ключевой доступ. По конфигурации салона эта машина такая более злая, такие узкие формы какие-то, резкие формы. Ну, как снаружи, так и внутри все получается. Далее, по мультимедиа тоже здесь эти машины, ну, это просто данная конкретная машина еще не русифицирована, но они все у нас русифицированные, которые продажные. Это просто стоит в очереди на русификацию, потому что перед ней уже много русифицированных. Там, по-моему, у нас 5 русифицированных юников есть в наличии. По электронным помощникам, смотрите, адаптивный круиз-контроль, а значит предотвращение столкновения, удержание в полосе движения здесь есть. Климат-контроль двухзонный, камера 360 прекрасная, вот смотрите, пожалуйста. Процессор не тупой, не тормознутый, вот кручу прям у вас на глазах. Что еще? А, видеорегистратор встроенный здесь есть, беспроводная зарядка. Что касается подогревов и обдувов, то на передних сиденьях они есть здесь. И обогревы, и обдувы сидений. На задних, по-моему, нет подогревов. Сейчас вместе давайте посмотрим. Просто не помню, честно говоря. Мне кажется, что в юниках китайских, да, здесь только, видите, электропакет. Вот, кстати, по месту вот считается, что Манжара типа больше. Вы знаете, панорама, кстати, и у одной, и у другой машины есть. Вот я села, вы видели, там мне неплотно было. То есть эта машина, она внутри достаточно большая, объемная. Так что просто смотрите, а по надежности примерно одно и то же. Смотрите, просто выбирайте, что вам больше нравится.